Индонезия объявила о планах запретить экспорт пальмового масла. При этом страна – крупнейший в мире производитель этого широко используемого продукта. Такое решение может значительно усилить глобальную инфляцию. Президент Джоко Видодо говорит, что хочет обеспечить продуктами в первую очередь жителей страны. На Индонезию приходится более половины мировых поставок пальмового масла. Это сырье используют в различных продуктах – от тортов до косметики. Если экспорт прекратится, начнут расти цены. В 2018 году страна прекратила выдачу новых разрешений на пальмовые плантации. Такое решение она приняла, поскольку ее обвиняют в вырубке лесов и уничтожении мест обитания, находящихся под угрозой животных, таких как орангутанги. Мировые цены на сырое пальмовое масло, которое Индонезия использует для приготовления растительного масла, в этом году выросли до исторического максимума. Одновременно увеличивался спрос, а также сокращалось производство со стороны ведущих производителей. Малайзия, которая занимает второе место в мире по экспорту пальмового масла, также вряд ли восполнит этот пробел. Она сталкивается с дефицитом производства из-за нехватки рабочей силы, вызванной пандемией. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.